То есть диктатура определяется степенью страха, которую она внушает населению, и это христоматия. Рецепт простой, как подсказывают всякие Северные Кореи, очень практичный. Нужен страх, страх, и чем его больше, тем лучше. И вот, кстати, про страх, про страх, про нашего друга шамана Габышева с которым я нахожусь в своеобразной переписке через его адвоката Прянишникова. Там все пока не очень хорошо в этом психиатрическом заведении, потому что после того, как мы все обратили на него внимание, да, его не мучают, но там сменилось то, что на языке медиков в психиатрических больницах называется сапог. Сапог – это представитель ФСИН, который караулит и отвечает за заключенных и пациентов типа Габышева, и теперь уже не дают адвокату свиданий, но ответы на свои вопросы мне получить удалось. И вот теперь каждый, абсолютно каждый сможет составить личное представление о вменяемости или невменяемости о том, нормален этот человек или не нормален. У меня был коварный вопрос, простой, после того, как был проведен в целом опрос, который подтвердил, что у Кирилла Гундяева, у патриарха Гундяева всего меньше, гораздо меньше 1% рейтинга доверия россиян, я переправил этот вопрос Габышеву, что, Саша, в чем дело вот при 80%? о православных, для которых предстоятель церкви – это высший авторитет, каким образом мы имеем в реальных опросах меньше одного процента. Это вообще загадка для опытного социолога, не всякий на нее ответит. И Габышев тут же, по-моему, он думал, там секунды три, он на мой вопрос вот об этом недопроценте всея Руси ответил. Потому что люди, при опросах боятся честно отвечать на прямые вопросы о власти. Но есть знаковые, вроде безобидные темы, на которых подлинное отношение к режиму открывается. Он объяснил, что Кирилл давно работает патриархом, что автоматически налагает на него обязанности быть умом, честью и совестью режима. А какое отношение к режиму такое же отношение к его уму, чести и совести. Так что дело не в Гундеве. Вот это ответ. Этот человек адекватен абсолютно и без сомнений. Второй вопрос был попроще. Вот я, кстати, никогда не думал, что мысли стопроцентного атеиста и мысли якутского шамана могут так полностью совпадать. Я его спросил... Грубо говоря, Саша, а зачем было устраивать это шествие, зачем было идти, ведь можно было тихонько прилететь в Москву на самолете, взять такси, доехать до Красной площади и там шлеп-шлеп заняться, заняться изгнанием. Габышев ответил следующее, он ответил, я иду, чтобы растворять страх, страх людей. На самолете очень быстро пешком долго, смотрят и начинают чуть-чуть меньше бояться.